Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось 30-е заседание Совета депутатов Ленинского района. Совет депутатов Ленинского района сегодня утвердил дату проведения публичных слушаний по вопросу объединения территории сельских и городских поселений. Собрание активных родителей в школе поселка Володарского. Необычно, что вот с подарками совсем, ну, как-то приятно удивлен. 6-й фестиваль домашних пирогов, приуроченный к Международному дню семьи. Настроение есть? Есть! Погода есть? Есть! Пироги есть? На очередной депутатский час собрались народные избранники Ленинского района. О том, как прошло заседание Совета депутатов, в нашем сюжете. На очередном 30-м заседании Совета депутатов Ленинского района присутствовало 17 народных избранников. Таким образом, кворум был собран. Первым вопросом на повестке дня значилось утверждение отчета об исполнении бюджета муниципалитета за 2018 год. По доходам в сумме 6 миллиардов 780 миллионов 998 тысяч рублей. И по расходам в сумме 6 миллиардов 495 миллионов. 467,7 тысяч рублей. После заслушанного доклада депутаты утвердили отчет единогласно. Следующий пункт повестки – утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии Ленинского района за прошлый год. Причем этот отчет содержит приложение, которое подробно описывает все наши контрольные действия и экспертно-аналитические в разрезе тех муниципальных образований, которые передали нам полномочия. За утверждение этого документа депутаты также проголосовали единогласно. В этом году Ленинскому району исполняется 90 лет. В администрации создана рабочая группа, которая ведет подготовку к празднику, начиная с февраля. По предложению нашего организационного комитета была разработана юбилейная медаль 90 лет Ленинского района для поощрения граждан за достижения в трудовой, общественной, но и деятельности. И подготовлено положение юбилейной медали. Решение об учреждении юбилейной медали было принято депутатами. Сейчас в поселениях района проходят публичные слушания по преобразованию территории муниципалитета в городской округ. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко предложил провести такое же мероприятие на районном уровне. Совет депутатов Ленинского района сегодня утвердил дату проведения публичных слушаний по вопросу объединения территории сельских и городских поселений. Назначили публичные слушания на 5 июня. Инициативу депутаты поддержали большинством голосов. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. В школе поселка Володарского состоялось родительское собрание. Мероприятие было общим для всех местных образовательных учреждений, а самые активные родители и учителя были награждены памятными медалями. Подробнее в сюжете Арсения Рогозянского. Родительское собрание в школе поселка Володарского началось с творческих номеров учащихся. Их выступления были посвящены прошедшему Дню Победы. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Далее речь пошла об успехах учеников школы. Они постоянно одерживают победы в спортивных, творческих и учебных соревнованиях, а их успеваемость становится выше с каждым годом. Вместе с отличными результатами детей изменяется и Ленинский район. С таким посылом выступил заместитель главы района Алексей Селезнев, который подчеркнул необходимость преобразования муниципалитета в городской округ. Мы считаем, что с приданием району статуса округа он получит новый импульс развития. Например, в поселке Володарского в скором времени улучшатся условия безопасности жителей. Это тот вопрос, который является одним из ключевых для родителей. Это система видеонаблюдения, установленная по наиболее значимых местах, будь это предприятия, учреждения, организации или места скопления людей. Как правило, в первую очередь отберутся учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения. В заключении собрания памятными медалями 90-летия Ленинского района были награждены учителя, воспитатели и активные родители. Награду получил и Василий Дубинов, который участвует в жизни класса своей дочери. Как правило, для отцов такая роль непривычна, однако Василий разрушает сложившийся годами стереотип. Необычно, что вот с подарками совсем, ну, как-то приятно удивлен.
В общей сложности медалями наградили 60 человек, а каждому пришедшему на родительское собрание предоставилась возможность заполнить анкету, в которой можно было оценить качество встречи и задать свои вопросы представителям администрации Ленинского района. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ. С наступлением теплых деньков работа у сотрудников дорфсервиса заметно прибавляется. На одном покосе травы практически ежедневно задействовано несколько бригад и около 40 единиц техники. О том, как и кто помогает сделать наш город ухоженным и красивым, в нашем следующем сюжете. С самого утра в Ленинском районе то там, то тут слышится характерный шум. Это вышли на работу газонокосильщики. На днях сотрудники дорсервиса привели в порядок газоны в Видном, на очереди близлежащие территории. Сейчас оказывается Расторгуевская часть. В данном моменте это скверы, памятники Великой Отечественной войны, где танк находится у нас. И Петровская, Ольгинская. Это все в планах до конца вот этой недели. Обычно газон сохраняет приличный вид примерно неделю. Затем сюда снова возвращаются специалисты по благоустройству. Ежедневно у нас выходит более 120 человек на работу по благоустройству, уборке мусора и окосу. В том числе и бригада по окосу, да, которую мы сейчас наблюдаем. Она оснащена малой механизацией. Что в себя включает малая механизация? Это триммера. Это самоходные газонокосилки и садовые трактора. Всего для приведения газонов в надлежащий вид используется более 40 единиц техники. Затем скошенную траву собирают граблями, грузят машину и увозят на утилизацию. Олеся Мигери работает в дорсервисе почти год. Говорит, работа трудная, но необходимая. Кто-то же должен приводить город в порядок. Выходим мы в 7 часов утра и убираем территорию. То есть собираем мусор везде по территории. Заметаем все, что необходимо в нашей работе. А вот Андрей Лихачев – специалист по благоустройству со стажем. Он трудится в отрасли с 1997 года. Сейчас работает на покосе, управляет садовым трактором-газонокосилкой. Говорит, машина мощная, косит жесткую траву, с которой не справляются обычные газонокосилки. Но есть свои минусы – боится камней. Ножи тупятся, по ровному полю, конечно, его было бы хорошо. Но за неимением лучшего ездим так вот. Стараемся как лучше, чтобы город был красивый. Стоит обратить внимание, что приведением в порядок зеленых насаждений в общественных пространствах, парках, скверах и близ дорог занимаются сотрудники дорсервиса, а благоустройством территорий около жилых домов – управляющие компании. И к тем, и к другим всегда можно обратиться в случае, если вы заметили неухоженный газон. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня у нас в студии директор Центра социального обслуживания «Вера» Андрей Коренюк. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. У нас 10 июня в Ленинском районе пройдет областной фестиваль «Артлайф» для граждан пожилого возраста. Расскажите об этом мероприятии, ведь вы являетесь одним из его организаторов. Да, действительно, организатором мероприятия является Министерство социального развития Московской области, администрация Ленинского района и Центр социального обслуживания «Вера», который я представляю, также входит в список организаторов. Мероприятие направлено на создание творческой площадки для демонстрации безграничного творчества пожилых людей. А где фестиваль будет проходить и кто на него приедет? Фестиваль проходит в Расторгуевском парке. Начало мероприятия у нас с 10 часов, будет проходить регистрация. Сами все площадки начнут свою работу с 11 часов. Мы ожидаем приезд более 500 граждан пожилого возраста, проживающих на всей территории Московской области. Также запланированы приезды руководителей учреждений социального обслуживания, их заместители, и также ждем почетных гостей. Это первое такое мероприятие в области или уже были какие-то аналоги до этого? Мероприятие проводится впервые на территории Московской области. Таких мероприятий, насколько нам известно, еще не проводились и в других регионах нашей страны. Расскажите о программе фестиваля. Что там ждет участников? Во время проведения фестиваля будут организовываться арт-площадки. Прежде всего, это йога-зона. Будет профессионал показывать мастер-класс по йоге. Йога-активности – это мастер-классы по зумба, конные прогулки и другие. Интерактивные зоны – это мастер-классы, лектории, выставки в рамках программы «Долголетие в Подмосковье». Также будут организованы профессиональные мастер-классы по рисованию на мольберте, на воде, эбру так называемой, и граффити.
конкурсные работы будут оцениваться жюри, и по результатам оценки будут выявляться победители, и они будут награждаться по окончанию нашего фестиваля. Также зона долголетия – это консультация врачей. Зона моды – будет проходить мастер-класс Makeup School, индивидуальные уроки по укладке волос и показ моды «Модная бабушка». Зона казачества у нас будет работать и мобильная фотостудия. Всех участников будут фотографировать и фотографии выдавать сразу же, не отходя от места фотографирования, по сути. На ваш взгляд, как кажется, для чего оно проходит? Какая основная задача? Основная задача – продемонстрировать людям старшего возраста новые формы досуговой занятости, продемонстрировать интересные какие-то занятия, показать им новое творчество, каким они могут заниматься в свободное время либо у себя дома, либо в стенах учреждений социального обслуживания, а также учреждений культуры и спорта. Большое спасибо. Я уверен, что все пройдет на высоком уровне. Я напомню, что у нас в студии был директор Центра социального обслуживания «Вера» Андрей Коренюк. Уже в шестой раз на территории нашего муниципалитета проводится фестиваль домашних пирогов. На этот конкурс, приуроченный к Международному дню семьи, съезжаются жители со всей Московской области. Сюжет Екатерины Коваленко. Не красна изба углами, а красна пирогами. Фестиваль домашних пирогов традиционно проводится в мае, когда отмечается Международный день семьи. Как и прежде, его площадкой стал национальный конный парк «Русь» в Молоковском сельском поселении. Сюда съехались более 3000 человек из всех уголков Подмосковья. Поздравила гостей заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос. Мне кажется, праздник сегодня у нас с вами получится замечательный. Все для этого есть. Еще раз, настроение есть, погода есть, пироги есть. Значит, будем веселиться. Мы с вами готовы с праздником. Приехали участники, конечно, не с пустыми руками. От гастрономического разнообразия разбегались глаза. Пироги с джемом и ягодами всевозможных форм и размеров. Каждая семья постаралась проявить фантазию. В 10 номинациях жюри оценивало все – и красоту, и вкус, и оригинальность. Одной из победительниц стала семья Шакировых из Электрогорска. Свои кулинарные шедевры они посвятили победе в Великой Отечественной войне. Буквально за 2 дня до сегодняшнего мне приснился сон. Мне захотелось в это поверить. Искала, из чего можно огонь сделать, потому что с огнем должно было связаться. Вот. И в итоге я сделала вечный огонь из имбирного пряника весом 5 килограмм. И чтобы сон этот стал явью, Русалина Шакирова потратила целую ночь. Немало часов ушло и у семьи Тимофеевых на яркий гастрономический изыск – торт-смайлик. Поверить в то, что он съедобный, было очень сложно, но рука не поднималась его разрезать. Рецепт вкусного пирога достаточно прост. Нужно взять качественные продукты, точно выдержать все пропорции и, конечно, готовить с хорошим настроением и любовью к своим самым близким людям, своей семье. И не зря девиз Тимофеевых, а их семье, между прочим, уже целых 23 года – все делать сообща. Мы готовим курники, мы готовим кулебяки, очень любим пирожки. У нас большие семейные традиции, мы любим готовить вместе, всегда собираемся за одним столом, все помогают, дети. И я надеюсь, что в их семьях будет так же. А глава этой дружной семьи Андрей поделился с нами секретами счастья. В уважении друг к другу, поддержку. И самое главное – любовь. Без любви ничего не бывает. Всего более 3 десятков сладких шедевров были отмечены жюри, а их авторы получили призы и награды. После торжественной части все желающие могли ухватить вишенку с торта и полакомиться пирогами и выпечкой. Завершился душевный и сытный фестиваль концертом и развлекательной программой. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Историко-культурный центр посетили артисты из города Ленинских с концертом инструментальной музыки. Ученики детской школы искусств исполнили шедевры классики. Вместе со зрителями в период эпохи Возрождения, барокко и классицизма погрузилась и наш корреспондент Анастасия Воронина. Музыка – высшее в мире искусство. И с этими словами Льва Николаевича Толстого нельзя не согласиться. Прикоснуться к прекрасному можно было здесь, в районном историко-культурном центре, на концерте детской школы искусств поселка Горки-Ленинские. Наша школа, детская школа искусств поселка Горки-Ленинские, сотрудничает с концертным залом «Заряди». Наши детки часто очень посещают мероприятия. И, вдохновившись шедеврами классической музыки, мы решили создать такой свой проект. Юные артисты подготовили разнообразную программу, в которую вошли произведения многих известных классиков, таких как Шопен, Бах, Гендель.
Исполнять классические произведения в юном возрасте довольно непросто. Но Самвел Артинян считает, что главное в произведении – смысл. И если ты его понимаешь, то становится гораздо проще. Я люблю классику, особенно итальянскую. И вот у меня было произведение одно. «Себе Крудель» называется. Вот я его и выбрал. Я, когда занимаюсь музыкой, мне это приносит большое удовольствие. В концерте ученики детской школы искусств не только пели, но и играли на музыкальных инструментах. В семье Третьяковых все четверо детей – скрипачи, которые тоже подготовили несколько произведений для этого концерта. Мы все друг другу помогаем. В ансамбле играть, там, если ошибешься даже, тебя кто-то там поддержит, и никто не заметит, что ты ошибся. Скрипка – один из самых древних инструментов вообще на всей планете, во всем мире. И на скрипке это играть очень престижно, особенно когда тебя учит один из лучших учителей. Вечер в культурном центре оказался очень теплым и радостным. Зрители все без исключения получили большое удовольствие от концерта классической музыки. Сегодня просто испытываю громаднейшее удовольствие. Это путешествие в мир замечательной классической музыки. И погружает тебя и в то вальс, то в минуэт, и ногам просто хочется идти за этой музыкой. Спасибо организаторам, спасибо преподавателям этой школы музыкальной. Ну, чудесно. Совсем скоро юных артистов ждут заслуженные каникулы. Но они пообещали не расслабляться, а работать над собой и готовить новые интересные вокальные и инструментальные выступления. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Внимание, розыск! В феврале 2019 года на территории жилого комплекса Новомолоково была совершена серия краж из квартир. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений установлен Ветошкин Андрей Владимирович, 1978 года рождения. Установлено, что преступник использовал автомобиль Ford Mondeo бордового цвета, государственный регистрационный знак «Молдова Т-209МР». В связи с изложенным просим граждан, видевших данный автомобиль, а также лиц по приметам схожих с Ветошкиным, связаться с сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району по телефонам 8-495-541-5722 и 8-495-541-5665. И о погоде. 24 мая будет ясно. Днем до плюс 18, ночью плюс 11. Осадков не ожидается, ветер восточный 4 метра в секунду. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго. Увидимся.